привет! С вами канал Отдых по карману. Сегодня мы решили вам показать Уральское Бали. Мы приехали на Каолиновый карьер. Также его называют Уральское Бали. Когда-то здесь добывали каолин, но сейчас карьер закрыт. Многие сюда приезжают сделать красивое фото. Каолиновый карьер находится 90 километров от Челябинска, рядышком с городом Кыштым. Купаться здесь вообще не рекомендуется, но все же, я смотрю, нашлись такие смельчаки, которые здесь купаются. Рядом с городом Кыштым есть озеро Анбаш. Озеро чистое, здесь такой красивый лесок небольшой. Людей очень много в такую жаркую погоду. Вот, мы поставили палатку и отдыхаем. Вода в озере такая теплая. Народу очень много, хотя среди недели. Набежали тучки. Начинает капать дождик, молния, гром гремит. Ну, надеюсь, у нас получится переждать палатки дождик. Народ начал расходиться. В общем, ветер разогнал тучи. Дождика не было, только всех наиспугал. Но зато пляж освободился. Дети снова побежали купаться. Ну, теперь я тоже пошла купаться. Люди, если вы любите отдыхать на природе, убирайте, пожалуйста, за собой весь мусор. То как-то приехали и под каждым, почти под каждым кустом вот такие сюрпризы. Ну все, мы отдохнули, возвращаемся домой. Подписывайтесь на канал и путешествуйте вместе с нами.